Друзья, мы с вами заехали в самый длинный туннель Швейцарии, наверное, Европы тоже. Он длится почти 17 километров. Его очень долго строили, а мы теперь будем по нему очень долго ехать. Сейчас будем пить кофе. Остановились по дороге. Выехали рано утром, поэтому нам нужно обязательно выпить кофе. Вот мы приехали спустя 4, получается, часа из Люцерна в аутлет. В таком же формате, как я делала в прошлое видео из Парижа, из аутлета. Буду вам просто показывать свои находки, какие цены постараюсь озвучивать. Не обижайтесь, если что-то не скажу. Здесь Black Friday уже началось с сегодняшнего дня. Я боюсь, конечно, что будет огромное количество людей, которые приедут покупать именно по этому поводу. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Огромный аутлет, конечно, здесь большой-большой выбор всяких разных магазинов. Мы сейчас с вами находимся где мы? Вот здесь Gucci, Burberry, Armani, ну и по что дальше. Здесь тоже есть и люкс-бренды, и среднеценовой сегмент, и всякое разное, спортивное, и не только. Ну, в общем, есть что посмотреть, есть что прикупить. Планируйте точно целый день на аутлет, и однозначно, конечно, лучше сюда ехать уже с планом того, что вы хотели бы приобрести. Но мы с вами сейчас зайдем в Burberry, начинаем с Burberry. Поехали! Первая находка шопер от Burberry стоит 485 евро. Посмотрите, он такой внушительный, объемный. И он есть в разных цветах. В красном цвете, в черном и еще раз в красном. Рядом более стильные модели, я бы сказала. Вот новый логотип. Такая сумочка. Также есть вот с Love. Давайте вернемся к этой. Она интересно открывается. Ну вот смотрите, написано, что она стоит 969 рублей, хотела сказать. Так, и это цена вот лета, и еще минус 30% на нее, получается, из-за того, что сегодня черная пятница. Ну, то есть она выйдет примерно в 600-700 евро выйдет эта сумка. Со всеми скидками. Ну, неплохо, мне кажется. Сейчас я вам расскажу, сколько стоит пуховик. Я думаю, что многим интересно. Многие очень любят пуховики. Пуховик стоит 635 евро. Вот в таком формате. Достаточно короткий. Есть еще вот такая курточка. Тоже здесь Burberry сразу узнается. О, кстати, эта куртка стоит 319 евро. Вот такая прошитая. Я нашла туфли. Это тоже супер тренд, супер актуальная форма обуви. Они будут точно актуальны. 319 евро, лаковая кожа. Они достаточно тяжелые, жесткие. И вот такой же вариант есть еще красные. Матовая кожа, очень яркий. Конечно же, это супер яркая модель. Не для всех, но однозначно стоит на нее обратить внимание. Я помню, что вам в прошлый раз понравился необычный тренч, который я показывала в Париже. В этот раз тоже супер необычная модель. Скорее всего, подиумная модель. Стоит она 1600 и минус на нее 30% сегодня и в течение недели. Здесь в основном платки вот такого формата, очень тонкие платки шелковые. И вставки от классического тренча наверху, воротник и рукав. И посмотрите, рукав, вот здесь есть открытая часть от проймы. То есть можно руку вынимать и проводить здесь, а можно ее надевать как классическую верхнюю одежду. Как вам такое, например, с учетом того, что платформа возвращается, поэтому многие коллекции в аутлетах, которые, например, уже датируются многими годами и не продавались, вот как раз сейчас возвращаются, становятся актуальными. В минималистичном принте туфли. Это тоже попадает под Black Friday, и стоят они будут сейчас 219, но еще минус 30%, то есть в районе 160 евро. И вот, смотрите, более универсальная модель черная. Вот здесь есть также вырез на мысе. И стоит она еще дешевле. То есть она стоит 200 евро и минус 30%. 160 евро будет по итогу. Вот еще шелковый платок. Стоит он 170 евро и тоже попадает под еще одну распродажу. Минус 30%. 379 евро. Туфли с очень интересной формой каблуком. Из лаковой кожи, и есть эта же модель в черном цвете, очень необычная.
тоже интересная сумка. Мне кажется, очень напоминает по форме того, что мы сейчас с вами посмотрели в начале, но по-другому выполненная вот с этой части. Оригинальная, она лаконичная одновременно, но при этом достаточно яркая, несмотря на свой серый цвет. Стоит она, кстати, 1265. Вот так. На нее самая маленькая скидка. Почти что нет скидки. Видимо, это текущая коллекция. Гуччи, как вы видите, Гуччи, давайте посмотрим опять-таки на цены, что мы с вами очень любим делать. Такая шаль стоит 200 евро. Это тоже 200 евро. Здесь уже идет более плотный материал, уже вязка плотная. 150 евро. То есть более плотный шарф стоит 150. Также здесь есть доступны более тонкие шарфики, тоненькие платочки. Перчаточки, кстати, смотрите, какие без пальцев. Они стоят 145. И еще с пальчиками. Стоит 80 вообще. Вот 80 евро стоят эти перчатки. Очень красивый свитер. Безумно красивый. Такой яркий. И еще тоже немного с ретро-звучанием рядом. С окантовкой по горловине. Интересная тоже модель. Так, здесь шикарнейший ассортимент украшений, аксессуаров, одежды. Просто супер. Намного лучше, чем в Париже. Очень хороший аутлет. Вот костюм. 690 евро стоит пиджак, и к нему прилагаются такие шорты. Цвет безумно красивый. К сожалению, опять-таки цветопередача не передает его полноценно, но супер. Поверьте мне, просто супер. Твидовая юбка. Юбка стоит 490. Мне кажется, я нашла свою шапочку. Как вам? Мне кажется, это вот безуминка, в этом есть что-то. Посмотрите, какая красота, какая тонкая работа. Стоит эта прелесть 625 евро. Мне кажется, эти я уже вам показывала в Париже. По цене 240 евро. Очень большая, хорошая скидка на них. И это супер актуальная модель. Останется, ну, точно актуальной этим летом. Но они очень тяжелые. А вот классические лодочки. Стоят они 205 евро. Очень хорошая кожа. Невысокий, устойчивый, удобный каблук. И очень интересный разрез сзади. Посмотрите, какой красивый, игривый. Он так красиво будет вытягивать зрителя эту часть. Супер. Они также есть в красном цвете. Отдел со спортшиком, спортивного типа платья, толстовки. Вот такой диско-стиль, диско-свитер. Вот такого типа свитер стоит 1000 евро. Мне нравится сочетание здесь синего и красного цвета, классическое сочетание, но именно то, как это выполнено, тоже очень здорово выглядит. Друзья, в перерыве между магазинами сообщаю, что выбор здесь шикарный, магазинов полно, цены очень хорошие, очень интересные цены. У меня для вас будет важное объявление в конце этого видео, поэтому не переключайтесь, обязательно досмотрите до конца. Lacoste. Отдел с синим. Очень люблю синий цвет. Конечно же, меня сразу притянуло. 77 евро вот эти брючишки. 113 евро стоит свитшот. Тоже очень красивый. Кстати, этот цвет вот на камере очень ярко показан. В принципе, контраст не такой сильный, не так ярко это выражено. И симпатичное очень поло. 113 евро стоит. Кстати, коллекция здесь очень хорошая. У нас такого ассортимента, например, нет. Поэтому мне кажется, что сюда стоит заезжать. Чисто кожаная юбка, натуральная кожа. Качество тоже просто бомба. Она длинная достаточно. Видите, очень длинная. 203 евро эта юбка стоит. Это юбка из показа. То есть она участвовала в показе. К любителям Lacoste однозначно рекомендую заехать в этот аутлет. Здесь супер классно, много всего. Посмотрите, какая красивая молочного цвета юбка. На запах. С кармашком, все такое прекрасное, очень плотный, хороший материал.
мужское поло стоит 295 евро, но мы, девочки, тоже такое можем носить запросто, потому что это абсолютно унисекс. Класс, супер. Так что у ребят тоже можно подобрать себе что-то интересное. Здесь, в общем, тоже поло, классика, все это есть, тоже в разных цветах. Казаки стоят 360. Так, еще одни супер секси, супер красивые. 405. Сразу к платкам. Здесь Этра, это бренд, который прежде всего славится именно этнической направленностью своего стиля. Здесь есть как вот такие цветочные принты, так и абстрактные. Здесь видела шадок пегасов, так вот такие восточные принты с пейслями. Вот, кто любит стиль боха, здесь один из тех брендов, на который вам стоит обратить внимание. Это именно Этро. Также такие очень современные пластиковые элементы в виде замков. Видите, такие крупные очень конь Пегас. Цвета яркие, сочные, и красный, и оранжевый. Ну, просто обалдеть. А вот, кстати, вот эти уже совсем базовые, только цвет, конечно, не базовый, но в целом форма тоже вне времени, очень классическая форма, подойдет многим. Безумно красивый оттенок, посмотрите, как у фиолетового баклажан. И как красиво смотрится в сочетании с таким очень интересным, необычным ремнем широким. Супер. Сумка эта стоит 687 евро. Украшения. Крупные серьги стоят 208. 104 стоят серебряные. Так я вас ориентирую, да, по ценам примерно, чтобы вы понимали, какой здесь есть диапазон. Здесь просто радость, радость для любителей этники. Невероятно. Супер красиво. Ярко, необычно. Обувь. Вот здесь есть и база, посмотрите. Отличнейшие сапожки базовые. Как на низком каблуке, так и на высоком. Вот эта модель утепленная, кстати, идет. Трикотажик. Вот здесь открыт ценник, сейчас вам сразу скажу. Стоит 450 евро такой свитер. Тоже модная, актуальная деталь. С такими порванными краями. Друзья, так я ем в перерывах между шопингом. В магазинах не было 1000 лет, но сейчас совершенно не до этого. Нам нужно очень быстро съесть и продолжить снимать. Поэтому со мной Биг Мак и капучино. Очень странная комбинация, но буду есть. Думаю, бренд не стоит представлять. Вы видите, как он называется уже на названии этой сумки. Сумка стоит 540 евро. Сейчас вам покажу немного ассортимент этого магазина. Вот кроссовочки. Стоят 105. Туфли стоят 354 евро. Бомбер за 1000 евро. Off-white, комбинированный, кожа, шерсть. Свитер 591 евро и еще минус 20% в честь пятницы черной. Фурли, как вы помните, друзья, я вам показываю только что-то супер необычное. Вот такая неоновая молодежная очень сумка из глянцевой лаковой кожи. Ну, мне кажется, для молодежи просто супер, или даже не для молодежи. Если вам нравятся такие неоновые цвета в вашем гардеробе, стоит она 160 евро. Тут еще написано от руки 99, может быть, это, кстати, вообще и 99 евро. Супербазовые, супер универсальные сумки обнаружены. Стоят 262 евро эта сумка. Приятный молочный цвет, очень объемная, мягкая форма. Она же представлена и в цвете хаки. И еще одна, даже чуть-чуть более современная. Посмотрите, как хорошо интегрирована ручка в тело самой сумки. Актуальная форма тоже. И, безусловно, супер практичная. И стоит она даже дешевле, 177 евро. $545 эти стоят. Солнце
солнцезащитные очки здесь стоят 120 евро. Эти очки стоят 130 евро. Платки Versace, вот 122 евро стоит платок с сердечками. Красивый, кстати, очень красивая расцветка, интересная, необычная и яркая в то же время. Классические цветочные принты, вот животный принт есть, леопардик и полоска. А, то есть это такой микс зебры и леопарда. За него тоже просят 122, очень тоже интересное, необычное сочетание двух принтов сразу. Вот классика с горгонами здесь. Очень красиво, да? Посмотрите, как красиво, ярко, сочно. Разные примеры того, как можно эти платки повязывать. Кстати, вот, девчонки, вам на заметку. Посмотрите, сразу несколько способов. Селин. Очки стоят 160 евро, 135 евро вот эти. И несколько форм. Специально снимала с рядом, потому что, видите, сверху дает блики. Не видно очень. Цены от 135 до 150. Интересная сумка. С питона. Я думаю, как вы можете догадаться, мы в Fendi. Стоит она 990 евро из пластика и кожи. Есть еще совсем маленькие, вот такие малюточки совсем. Они стоят 870, но это совсем маленькая. Вот, с ладошку. Вот здесь есть ремни для сумок. Этот, например, стоит 195. Короткий, видите, совсем короткая ручка. Или вот, например, вот такой за 345 из ткани. Супер длинный, но его можно регулировать под себя уже. Есть с монограммой с Fendi, просто кожаные различных цветов, серебряные, красные, да все, что хотите. Абсолютно шикарный плащ, кожаный, с перфорацией. Стоит он 2500, но, друзья, здесь качество, конечно, бесподобное. Это Fendi, они известны своим качеством кожи. Стоил он 5600, то есть скидка, конечно же, на него очень хорошая. Покажу вам немного мальчиков, потому что меня иногда просят показывать мужскую одежду в том числе. Вот, друзья, для вас тоже специально показываю, что можно найти в Fendi. Так, друзья, но Fendi знаковых таких моделей по типу багета или пикабу здесь нет на распродаже, ни в аутлете, вообще в принципе нет. В основном модели, которые не являются иконическими, просто модели из текущих коллекций, из прошлых коллекций, вот такого формата. Поэтому если вам нужен именно багет либо пикабу, вам точно не сюда. Ну а в целом выбор, конечно, здесь есть, можно что-то найти, как, например, аксессуары типа платков, чулочно-носочные изделия, шарфики, все это можно здесь найти в достаточном количестве. Но вот, опять-таки, если вам нужно что-то очень знаковое, знаковое и яркое, то точно не сюда. Вот очки за 175, тоже Fendi. $1250 этот жакет стоит. Трикотажной ткани из очень плотной, очень интересного фасона. Женственный, очень элегантный, лаконичный. Такие брюки к нему идут. Вот брюки стоят 950 к нему. То есть костюм в целом выходит в 2000 евро. Как вам сумка? Мне нравится. Очень мягкая кожа, супер качество, обалденное. Стоит она 880 евро. Вот на ремни цены. Финальная цена получается 140 евро на ремень с логотипом Armani. Перчатки стоят 227. Оригинальные необычные серьги, очень крупные. Цену вы видите. И здесь к нему также есть колье. Колье не очень хорошо видно, но вот так.
Меня сразу привлекло это пальто своей необычностью, необычностью кроя. Шерсть, крупные пуговицы идут до самого верха, можно застегнуть. Немного, я бы сказала, ретро, оно, кстати, без подкладки. Это, можно его использовать и как теплое платье, то есть такое пальто-платье с очень интересной атлетной деталью. Вот воротник выглядит таким образом. Шикарно. Это ТОЦ. Цены вы видите. Вот, смотрите, какая красота. Интересная цена. Они стоили 1200, а вот лет 800. И сейчас еще 480. Очень интересная модель, необычная. Достаточно высокий каблук, но устойчивый. И здесь комбинирование черной и коричневой кожи. И внутренний вот этот носочек, он очень мягкий, супер мягкий. Это, кстати, не кожа. Здесь либо это кожа, продублированная искусственной тканью, либо это, в принципе, заменитель кожи. Но вот эта часть точно кожаная. Вот супер мода. И супер практично. Особенно для дождливой либо грязной погоды, когда этот нос, эта часть нам нужна защищенная. Несмотря на то, что, в принципе, сам сапог глянцевый будет воду отталкивать. Стоят они 441 евро. Вот такие сапоги. Бренд называется Люсила. Очень классные лоферы. Смотрите, какой красивый срез на голенище у сапога. Сапог на шпильке, на очень высокой. Друзья, цен здесь не указано, просто показываю вам красоту. Огромный выбор тоже цветов лодочек различных. Стоят они в районе 200 евро. Так, посмотрим, что в Балдинине. Забежала посмотреть обувь. Здесь очень часто бывают очень интересные предложения и по цене, и в целом по внешнему виду. Ботинки здесь классные. Вот, например, посмотрите вот эти ботинки. Достаточно классические, просто грубые милитари ботинки. Стоят 279 евро. Кожа. Они очень хорошо носятся. Качество здесь бесподобное. Также есть вот такие высокие. Стоят 299 евро. Также я подобрала здесь вот такие красивые Челси, красивого цвета. Даже не знаю, как его определить. Он такой бежево-желтый, очень красивый. Жакейские сапоги. Тоже достаточно широкая подошва. Красивый, неравномерно прокрашенный цвет коричневый. По стоимости 279 евро. Резюмирую по поводу Балдинини. Здесь сейчас супер классная коллекция. Стоимость примерно все укладывается между 200 и 300 евро. Поэтому вы понимаете, да, по уровню бюджета, какой здесь можно заложить, чтобы найти очень хорошего качества современную кожаную обувь, быть в тренде. При этом обувь очень удобная, проверена практикой, проверена ноской долгой. Они выдерживают любые условия, можно сказать. Смотрите, здесь немного клое влияние. Зубчатая подошва. Здорово смотрится. Очень современно, тоже ярко, неординарно. Так, друзья, казаки – это классическая абсолютная история, поэтому их можно всегда приобрести, никогда это не бывает лишним. Сейчас попытаюсь найти цену. Сложно. На тех казаках я не нашла цену, на этих они стоят 270 евро. В коже с рисунком вышитым.
Ассортимент в Сандро здесь огромный, просто шикарнейший ассортимент. Есть из чего выбрать, есть размеры, есть очень много вот такого типа вещей, да, знаковых тоже для Сандро, жакетов, костюмов, кардиганов. Давайте посмотрим, например, этот кардиган. Он стоит 275 евро. Такой классический Сандро кардиган. Отдельно хочу отметить вот эту куртку. Это просто моя любовь, эта куртка. Она супер шикарная для любителей боха, для любителей бахромы. Здесь большой размер остался, но она просто супер, стоит уже 245 евро. Также дубленки, натуральные дубленки. Это стоит 900 евро. И здесь натуральный мех. Немного ретро-форму она имеет, но сейчас это супер актуально. И в новой коллекции точно такая же почти что уже есть. Так что, видите, вещь ничем не отличается от текущего сезона, но уже в аутлете более интересная цена. Если вы ищете искусственную шубу, есть вот в таком варианте тоже искусственная чебурашка. Стоит она 270 евро. Состав здесь полиэстер. Ага. Есть еще вот такой вариант. Сипачный, thank you. И такой более фактурный, как здесь. Предыдущая была с гладким мехом, этот более фактурный. Кожаные брюки по цене 322 евро, на них есть стикер. Это значит, что будет еще скидка применена 20%. Из натуральных здесь есть отличнейшие шубы-дубленки двусторонние. И не только двусторонние. Безумно приятного зеленого цвета, изумрудного, очень насыщенного цвета дубленка. Стоит она 900 евро, и тоже на нее будет применена дополнительная скидка в 20%. Так что, мне кажется, это супер время для покупки именно верхней одежды. Также здесь есть леопард на все вкусы, абсолютно в светлом исполнении, в более темном исполнении. Мне очень нравится по тактильным ощущениям эта верхняя одежда. И вот здесь идет разряд уже искусственных шуб. То есть верхнюю одежду мы здесь точно можем закрыть потребность. Здесь есть и пальто, например, вот в таком формате. Пальто стоит 354 евро. Просто черное классическое пальто. Опять-таки, друзья, в аутлетах покупаем вещи часто, которые не выходят из моды, а это классический крой. И что может быть лучше простого классического, но качественного пальто? Друзья, видео из аутлета, которое находится под Миланом, подходит к концу. Благодарю всех, кто смотрел это видео до конца. Еще раз повторюсь, здесь супер классный выбор, очень широкий ассортимент. Мне понравился этот аутлет больше, чем тот, который находится под Парижем. Внимание, важный вопрос. Я планирую поехать в этот аутлет еще раз в декабре. И хочу вам сделать предложение. Те, кому, может быть, это будет интересно, у меня будет для вас 5 свободных мест, и я смогу вам купить здесь вещи под ваш заказ, отфотографировать вам их, прислать. Ну, то есть вся логистика, все это остается за мной. Если вам это предложение интересно, пишите обязательно, видите мои контакты в описании моего профиля. Связывайтесь со мной, возьму 5 человек максимум, друзья, потому что здесь очень много выбора, на самом деле цены супер интересные, и смогу только с 5 поработать, серьезно. Поэтому мне кажется, это супер классное предложение, которое стоит взять на размышление и обязательно мне написать. Кстати, я надеюсь, что вы уже посмотрели видео из этого же аутлета. Я подбирала для своей клиентки образы. Посмотрите обязательно, ссылочка на него появится в конце этого ролика. И еще раз большое спасибо вам за ваше время. До новых с вами встреч. Пока-пока.